Ты прекрасный день на улице. Чувствую себя так хорошо на нашем уличном воздухе. Это так приятно видеть людей, ходящих мимо. Это похоже на время троллинга. Как затроллить своего лучшего друга? Шаг первый. Следуй за ним. Шаг второй. Подожди момент. Шаг три. Чертовщина. Кто ты? Мой лучший друг. Я не знаю тебя. Но я знаю тебя. Привет, отец. Доставь это испуганное лицо и вернуться, это просто, тебе просто нужно улыбнуться. Хватит, хватит на все это, черт, улыбнись, лучший друг, а че ты, блять, возьми, ты говоришь, я никогда не вижу тебя в своей. Чтобы ты улыбнулся мне, ты посвящите мои меры. Что это, черт возьми? Уникальный способ, чтобы стать по-настоящему счастливым. Теперь давай начнем. Черт возьми, такое происходит, что с голоса? Голоса? Что они говорят, отец? Тоже говорят, чтобы улыбаться. Да, улыбаться, грязь. Тебе просто нужно улыбнуться. Дело 23. Улыбающийся.